Так, пойдем куда? На правый фланг опять? Давай подождем, пока они все разбегутся. Да. Посмотрим, что да как. Бля, мне казалось, это вообще изи вин был. Наш раунд. Куда у них столько резервов оказалось? Что, я готов? Я тоже. Чё, как думаешь, куда пойдем? Жалко, карту нельзя открыть. Да это вот подзорная труба. Полный ролеплей тебе. Так, я пойду встану на холм, посмотрю ситуацию. Hold this position! Так. Ну, господа, слева... офицер. Слева у нас, смотрю, да, есть там и кавалерия. Как минимум три пехотных отряда слева. А вот справа... Да, я вижу. А что, справа никого, что ли? Так, справа далеко кавалерию вижу. Уланы? Я тоже, да-да, уланы. Да, там дохуя их. Да, там еще и гренадерский полк. Короче, предлагаю просто удерживать этот полк. Пока что. Ну, это слишком далеко от фронта, не? Давай хотя бы то, что правее. Вот этот вот холм берем. Тут да, удерживать да, и это не да. Форсировать гору пока что. Да. Наши ущелье. На, наши форсировали ущелье. Так. Рек. Враг уже подходит. Так, да, там уланы. Так. Там еще сзади подходит один полк. Так, это твои стоят, ага, мои. А точно. Огонь! Ебать ты дал залп! Nice. Красава! Я только трех убил. Это не твой был залп? Просто British Highland. Пантри, значит, еще кого-то есть. Сейчас я четырех убил. Так, я немножко левее встану и... Надо встать, короче, знаешь как? В одну шеренгу. Потому что крипы могут друг друга ранить. Формейшн на шеренга, все. Так, к нам тут из центра подошли, я смотрю. Кава, кава, кава! Вижу. Уланы. Чьи уланы? Вот они нам пизде точно дадут. А, бля, и пехота идет. Это я нормально сейчас дал. Все, в бой, в бой. Я отправляю в бой своих. Умай ва му синдейру. Блять! Беда. Свой Джизус. Блять, их тут. Пизда. Мясо. Пизда, меня пристрелили. Я кто-то еще живой хоть остался, блин. Так, блять, меня не возрождают, походу моих перебили. Так, я отступаю немножко. Меня реально всех убили, блять! Сука! А зато я 29 убил, нормально. За один раунд. Блять, меня всех перерешали, прикинь. Суки. Ну тут мясо, пиздец, смотри какое. Они все еще наступают на нас. Я тут последний остался. Вот. Кавалерия отошла наша. Вот наша кавалерия. А, хотя бы кавалерия со мной еще. Нормально. Тогда живем. А, нет, все, пизда. Уходим. Блядь, уходим, 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 уходим. Опять их слишком много осталось. Ему моих тоже блин, ну перерезали. Я за... буквально за 2-3 залпа сделал 29 минус. Вот это хорошо. О, я у меня 74 кило, нихуя себе! Как? Я... Когда? Ну, вот это за два тайма. За два тайма у тебя счет. Ес, блядь. Ну там мясо, конечно, было лютое. Жаль, нельзя это посмотреть вид сверху. А мне можно? А, ну да. Теперь да. Глянь, как там левый фланг. Я там вижу, там много дыма.
Сейчас я долго сюда полечу. Так, ну правый сейчас наша кава убьет их. Так, ну я вижу, наши сейчас будут форсировать гору. Центр мы форсируем. Опять не до конца зарядил. Справа мы их опрокинули. Помогаю огнем. И не попадаю. Мне кажется, здесь мы победили. Я смотрю, там наша кавалерия всосала. Слушай, в центре и слева драгунов всех... Драгунов разъебали наших. Это были драгуны легкие. Да. Лайт драгун, легкие драгуны. В натуре, по-моему. Блять, наши пошли в атаку. Ладно, я с ними. Хули мне остается. За короля? Центре... За Карла центре... Третьего. А разве не пятый? Третий. Стоп, сейчас же Георг пятый, не? Ой, не пятый, Карл, Карл, третий. Карл, третий. Я про современность, про современность. Ну да. Нормально. Я хоть и ничем не помог. Да ладно. У них, короче, тут эшелонированная оборона. Опять, да, там где-то подкрепления спрятались, да? А, да, у них вот на этом фланге один гренадерский полк, один этот... Это на каком? На каком? На нашем? На правом? На нашем левом. На правом есть а чего? На правом пусто, не все. Вижу. На нашем там, походу, нихуя не осталось. У просто них. Наши остатки идут вперед по правому? Ну да, да. Ну вот, знать. Я говорю, тут у них гренадерский недобиток плюс ополченцы. Потом на следующем холме у них стоят артиллеристы. А за артиллеристами еще два полка. Их пока не ты вижу. Скажешь, что они грамотно играют? Ну, говорю, у них эшелонированная оборона. Молодцы. А, там еще одна арта и... Слушай, а попробуй, короче, зайти в меню выбора отряда и посмотри, есть ли там саперы, строители. Ну, нету. Было бы, конечно, еще неплохо. Знаешь, типа руины, я не знаю. Ну, я понял. Баррикады. Да. Построить. Ну, вот эта линейная пехота у них, слушай, почти в полном составе, которая... В самом последнем ряду. Но у нас, смотрю, тоже горцы есть, вот. Потом эти застрельщики. Как их там, егерь его. Винтовки покруче, стрельбе. Артиллерия у нас тоже еще есть, ракетчики. Ладно. Думаю, сейчас главное не наступать. Кавалерию только так. Не знаю, есть у нас или нет. У них есть, да? У нас, блин, не вижу. А у них? У них нету кавалерии, все. А, тогда заебись. У них только арта, один почти полный полк, две арты. А, вижу, да, далеко там. Говорю, две арты, один почти полный полк, один гренадерский вообще недобиток, там пару человек, и примерно чуть меньше полполка ополченцев. Мне кажется, что это все, что у них осталось. Что-то у нас сейчас полечу, посмотрю. А я смотрю, наш правый наступает по чуть-чуть. А ты тоже летаешь? Суицидники. Не-не-не-не-не. Я тут бегаю еще последним солдатом. Пол хп есть. Последний шотландец. Нет, ты че, у нас тут еще есть целый взвод горцев. Правда, у них флаг турецкий. Так что я немножко сомневаюсь, откуда они. Ну горцы есть горцы, знаешь. Хотя Турция, да, че там? Может, это курдские горцы? Еще армяне, может. Ну, хотя, слушай, мне кажется, да, тут... С их эшелонированной обороной вполне могут победить. У них... Ну да, я смотрю, по потерям как-то... У них как-то меньше потерь, чем она. Ну вот да, я говорю, у нас горцы более-менее полные, остальные тут вообще... Хуй да нихуя. Так, горцы пошли в бой, я смотрю. Остальные все остались, ну охуенно, да. Вот я сейчас в чат спросил, типа, когда мы атакуем? Наши там сзади стоят. Горцы пошли тоже в бой. Пехоту нашу, наверное, правую там ебашит уже. Горцы тоже потихоньку.
А, наши вот тоже выступили. Так, они тоже, смотри, там что-то двигаются. Так. О, стрельба пошла. Таковая пошла, вижу по чату. Я не вижу, где? Наш правый фланг, по-моему, нет? Хотя... Да там штыковой нету. Не вижу штыковой. А, далекий, там левый, за рекой. За рекой? Охуеть, тут река еще какая-то, и там далеко происходит бой. И хуя масштабы. Там стрельба, смотрю, дым. Видимо, там и штыки. А, погоди. Это там русские двигаются или что за пушка? Только русские, наверное. Но я вижу передвижение маленькое за рекой, там куча трупов. Нам сейчас главное единым фронтом отправляться. А, вижу, вот за рекой кто-то бегает. Артиллеристов надо разъебать. Блядь! Офицера прям передо мной убили. А в натуре нихуя тут за рекой. У них еще целый отряд егерей отступает. Возьму рубку подзорную, посмотрю. Мне казалось, карта всего лишь до реки идет. Да, там я смотрю синие эмблемки у наших солдат. Да, да, да. Еще какие-то там. Линейная пехота. Две линейные пехоты. Ну, это точно синие эти. А, и русские егеря отступают. Сейчас... Блядь, пушка. Картечью еще, сука. А я думал, карта только до реки. Охуеть. Я вообще не видел, что у нас река есть. Я видел реку, я думал, река это как граница карты. Дальше, типа, знаешь, декорация. Ну да, 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 понял. Реку-то я видел. Так, ну чё? А, не-не-не, прости, прости, я не пойду. Я смотрю, тут насыпь есть какая-то. Кто-то смог построить насыпь. Так что... Так что... Кто-то все-таки может. Опять отсоединило. Ну, блин. Вот собака. Бля, плотно. Так, меня снова спустили. Второе место. Ну тот нормально стрелял. 87. Да-да-да, это тот, который вот пошел в одиночку сначала по правому флангу, блядь, меня ёбнули. Ладно. Пожил? Хватит. Так, смотрим. Что у них тут? Ну все кажется, нам опять пизда. Но в этот раз мы хотя бы дали нормальный отпор. Да, они позицию, как всегда, смотрю, тут заняли, блядь, крысы. Егери. Гвардия или... Егери почти в полном составе, вот эти, линейная пехота. Наши, наши, я смотрю, сзади стоят. Да, наши, ну тут совсем мало ребят. А, их тем более еще заметили. Так. Ну да, тут, видимо, знаешь, беда в том, то, что мы второй раз играем от нападения. По сути. По большому счету. По большому счету. Вначале, да, нас пытались ёбнуть, прорвать нам наш правый фланг. Но не получилось. А потом все, они уходят сразу же в глухую оборону. А у нас больше ничего не оставалось делать, потому что у них две арты, а у нас, блядь, нихуя особо-то и не было. Ракета. Пушек вроде нету, вроде только ракета. А вот у нас, вот я смотрю, вот черная гвардия, это черная стража есть. Игерей. Танцы есть какие-то, там они не... Ой. Пусть до последнего патрона стреляют.
КЗ, на мой взгляд, короче, от обороны как-то... По крайней мере, подпугало. Ну и умирать, конечно, не хочется. Кстати, на всякий случай, я тут увидел в чате, администратор написал, если ты играешь за кавалерию, и весь твой отряд полег, кроме тебя, то ты должен спешиться. А ну, а я вижу, тут драгун один стоял с карусом. Только подлетел к нему, он сдох. Я только что, кстати, смотрю, там и в одном углу, на правом фланге, есть поля с этой вот, с мельницы. Причем я смотрю, тут тоже локация, куда можно дойти. Не декорация. А, вижу. А в этом, который твоя, это как ее там, игра? Hold как fast? Там, блин, называется? Да. Fast? Там есть такой? Там такой режим есть? Командование ботами, честно, нет. Там вот есть осада. Есть держивать точки и зарабатывать очки. И битва до последнего бойца, то есть есть 600 подкреплений дается на всю команду, и пока не потратишь все подкрепления. Ну, ну и да, таймер, естественно, определенный. Ну да, там такого режима не хватает, конечно. Там они сделали больший упор, я так понимаю, на голосовой чат и на... Чтобы это отыгрывать самим, типа? Типа еще на интеракцию. Просто как по-русски сказать, типа между игроками, то есть там вот эти все различные команды, допустим, офицер дает приказ встать в линию, то ты видишь эту линию белую, да? Если ты встанешь на эту белую линию по приказу офицера, то у тебя будет бонус к стрельбе. Допустим, вот так вот. Там вот очень сильно проработали. Я вот недавно зашел в эту игру, позавчера, выставил тут новый видос, как раз вот по этой записи. Там добавили новых вещей всяких разных, и плюс мероприятия, связанные с Хэллоуином. Там добавили скины, зомби, этого чумного доктора и так далее. О. Также там офицер, допустим, он умеет ставить палатку. Соответственно, когда ты присоединяешься в отряд к этому офицеру, то ты будешь респауниться не на самом старте, а уже там, где он поставил эту палатку. Тоже прикольно. На мини-карте ты будешь видеть членов этого отряда. То есть союзники просто зеленый цвет, а члены отряда это будут синий цвет. Там слева мини-карта есть такая, напоминает Call of Duty 2. Блядь, все-таки поебали ведь? Атланцев тоже разъебали наш. Марш, марш, в атаку! Гордо держит знамя боец. Молодец, чувак. Просто отбили. Так вот только что видел, да? Угу. Стоят до последнего. Очко. 2-1 счет, ничья.